«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Хотите, я расскажу вам про свою игровую площадку? Познакомьтесь, это мои качели, синие. А это зонтик или грибок от солнца. Поехали дальше. А это у меня синие кубики. Их много, они разные формы, но одного синего цвета. Из них можно сделать что-то одно. Например, построить башню. Вот видишь, было много маленьких кубиков, а стала одна большая башня. Ой, а это что такое маленькое? Наверное, тоже какая-то деталь. Посмотрим. Ой, по-моему, это чей-то глаз. Наверное, этот глаз составная часть чего-то большого. Поехали, посмотрим, поищем другие части. Ой, а это что еще? Ой, это что, цветочная клумба? Нет, по-моему, это колесо. Жаль, что у меня нет прицепа, а только один ковш. Я бы сейчас все сложил в прицеп. Но ничего, сложу все в кучу. Наверное, это какая-то разобранная машина. Значит, должно быть еще три колеса. По-моему, я помню, где я видел похожие. О, точно! Это вовсе не зонтик и не грибок. Это колесо. Кто-то поставил его вместо зонтика. Так. О, уже три вещи. Ой, что это за самолетик? Или человечек? Ничего не понятно. По-моему, я догадался. Это очень похожий на меня разобранный трактор. Так, вот, вставляем колесико. Еще у нас осталось два. Вот так. И вот так. Готово. Оп. Ой, нужно найти еще один глаз и еще одно колесо. Ой, что это за куча? По-моему, это песочница. Кто-то набросал в нее разных деталей. Или это подводная лодка? А, все ясно, это глаз второй. Ой, осталось найти только одно колесо. Ну где же оно? Колесо круглое. А это квадратное. Значит, это не колесо, это просто квадратик. Так, вот это красное может быть колесо. Ой, но здесь нет никаких отверстий, значит, это тоже не колесо. Ой, сколько здесь колес. Давайте посчитаем. Раз, два, три колеса. И все разные формы. Так, это колесо слишком маленькое. Это, ой, слишком большое. А вот это среднее, думаю, подойдет. Оп, эх. Оп, подошло. Ух ты, смотрите, он ожил. Привет, я такой же, как ты, только вместо ковша у меня прицеп. Ура! Ты сможешь мне помочь очистить песочницу от разного хлама? Конечно! Поехали! За работу!
я поехал. Отвезу весь хлам на переработку, чтоб зря не пропадал. Спасибо, ребята. Вместе с вами мы собрали своего друга и очистили площадку от разного хлама. Пока, еще увидимся.